Добрый день! Это видео снимается специально для сайта MashMaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Сегодня мы поговорим с вами о том, как слить воду из стиральной машины. Ну, в данном случае у нас тут такое произошло, маленькая такая неприятность. Машинально включили стирку быстро 30 на стиральной машине LG. Но в барабан забыли положить вещи. Ну и машинка, естественно, набрала воду. Мы заметили, что белья нет, и просто отключили ее от питания. Но вода, вот как вы можете обратить внимание, вода внутри осталась. То есть, ну, ее может быть не очень много, но достаточно. То есть оставлять так ее нельзя. Поэтому нам нужно, значит, прежде чем открыть дверцу люка, слить воду из стиральной машины, ну и потом уже запустить стирку нормально. Как мы это делаем? Значит, для начала включаем стиральную машину, выбираем режим отжим. Но так как отжимать нам нечего, мы должны будем выбрать без отжима. То есть, как видите, на дисплее загорелась 1 минута и надпись «Отжим». Но на самом деле, если мы запустим стиральную машину, никакого отжима не будет. Машинка спокойно сольет воду и, ну, собственно говоря, завершит программу, а потом можно будет запустить, положить вещи, спокойно открыть люк, положить вещи и запустить стирку любую, какую хотите. Так, запускаем и смотрим, что произойдет. Машинка начала слив воды. То есть даже вот видно, что вода, то есть количество воды в барабане, оно уменьшается. То есть она уходит, вода. Все. То есть осталось только на донышке. Сейчас она воду полностью сольет и завершит стирку, программу, то есть. Any ideas? Все. Программа завершилась благополучно. Воды в баке нет. Ну, там может быть чуть-чуть там. По норме там сколько, полстакана может быть. Все. И сейчас нам остается дождаться, значит, когда блокировка люка отключится, и можно будет открыть дверцу. Все, ждем несколько минут. В принципе, уже понятно. То есть сейчас машинка разблокируется и можно будет, пока вот не разблокировалась. Бывает, она немножечко зависает. Но это, в принципе, после любой программы такое может произойти. Ну и дальше, как обычно. Все. Можем спокойненько сейчас открывать люк. Все. И закладывать белье. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.